Приветствую, друзья! Рад приветствовать всех на канале Макучинары. Меня зовут Николай, я руководитель гриль Академии Вэлли. И сегодня мы готовим волшебное ароматное масло. То масло, с которым все ваши блюда станут гораздо вкуснее. То самое масло, которое мы используем при натирании стейков. С этим же маслом мы готовим овощи-гриль. Его мы добавляем в тесто на пиццу. Да даже если просто пожарить яичницу на нем, будет гораздо вкуснее. По стариночке все ингредиенты здесь. Сегодня все просто. Два вида масел. Одно оливковое, второе растительное, подсолнечное. Немножко чеснока, немножко розового перца. И розмарин с тимьяном в сыром виде. Можно даже немножечко жухлить. Рецепт секретный. Мы даже не на мастер-классах на всех его не рассказываем. Поэтому вы, друзья мои, счастливчики. Давай готовить. Берем посудину, в которой мы все это дело будем нагревать. Нагревать будем мы не сильно, до 80 градусов. Как только первые пузырьки появятся, мы с плиты уберем. Немножечко оливкового масла. Подсолнечным мы разбавляем, потому что оливковое гораздо дороже. Один к одному делаешь, забираешь вкус от оливкового, а суть особо не меняется. Сюда же подсолнечное. Ну, примерно один к одному. Чеснок. Давим, чтобы он дал сочность, дал вкус. Немножечко розового перца горошком. Сюда же пару веточек розмарина, пару веточек тимьяна. Рецепт очень простой. Ароматика у масла будет сногсшибательная. Если его после готовки процедить, то будет храниться в холодильнике целую вечность. Запаляем гриль. Вот, кстати, ребят, для чего нужна боковая газовая горелочка. Ну, хотя бы для таких вот приключений. Теперь мы ждем, как только появятся первые пузыречки, мы его начнем снимать, потому что нам просто надо прогреть, чтобы эфирные масла с розмарина, с тимьяна, с перца, с чеснока остались в масле. Все, как только оно вот-вот собирается закипеть, мы его снимаем, конфорочку выключаем, остужаем, процеживаем, чтобы вот этих веточек не осталось, потому что если веточки останутся, оно цвести начнет. И в холодильничек пользуем. По аромату это ни с чем не сравнимо. Розмарин, тимьян, чеснок, все передало в масло свои эфирные масла, и это получилось прям супер вкусное ароматное масло. Волшебное ароматное масло. Кто пробовал, тот знает. Стейки, овощи, пицца, тесто, да все что угодно можно сделать с этим маслом. Это, наверное, будет третий выпуск на неделе. Поэтому, ребят, подписываемся, ставим лайки, не забываем писать комментарии. И всего вам хорошего. I'm gonna tell you that.